Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из города Курорт-Анапа. Точнее, город Курорт-Анапа остался у нас сзади, а мы выходим в море. С нами сегодня великолепная Александра. От капитана вам всем большущий привет. И мы сегодня вам расскажем о том, что вы можете делать на яхте. Как проводить свое время, отпраздновать свои праздники, сходить на рыбалку, устроить, как я сегодня, красивую фотосессию с девочкой в леопардовом купальнике. И сейчас мы у нее узнаем. Как тебе на яхте? Очень замечательно, все супер. Настолько тебе прям понравилось? Да. Ух, потом, когда фотографии увидишь, и если мы с тобой, как говорится, не искупаемся еще в море с нашими камерами, вы увидите это видео, то я уверен, что тебе понравится еще больше. Так вообще, ребятки, под парусом лежишь на волнах. Ух, держись за меня, я вот там ногами держусь. Но вообще космос. У нас уже потеплело. Вот мы до заката выходим спокойно в легких вещах. То есть вы этим тоже можете заниматься. Температура моря уже выше 17 градусов по всей поверхности. И это очень хорошо. Как же прекрасен этот мир. Поворачивайся, я посмотрю. Да, немножко криво труселя. Так, в принципе, все нормально. Как тебе вообще? Вот первые ощущения яхты. Первые ощущения замечательно. Вот это круто. Купаться будем? Да. Голышом? Да, конечно. Вот так вот, ребята, выйдешь с девушкой на яхте в море, сразу, да, и все будет, да? Главное, чтобы нам за это ничего не было, и мы выжили. Тихо, не падай. Если что, держись за меня. Вот так это звучит. Все, полезло. Да. Еще крутит она. На меня посмотри, с улыбкой, зубки. Меняем галс, ребята, уходим на правый. Держите этого на порт. Красота. На порт, сильно не заворачивайся, она сейчас уйдет туда в сторону. Вот и туда. Пошли все дальше. Клад, да. У нас Александра пошла переодеваться на следующее. И посмотрите, какие виды открываются на Анапу. Ты смотришь, это действительно город счастья, город любви. Только ждешь, чтобы сюда приехать. Фантастика. Количество людей, ребятки, вы можете видеть, что сейчас нас 5 человек, и мы чувствуем себя вполне комфортно. Александра, вам ручку подать? Да, ты там шампанского уже? Чтобы вам было комфортно, это 7 человек с капитаном, то есть ваша компания из 7 человек, ну максимум 8, и тогда у вас все будет хорошо и комфортно на этой яхте. Можете купаться, наслаждаться красивыми видами в море, покушать, выпить шампанского. Любые развлечения на ваше усмотрение. Самое главное, что это самая большая романтика, которая только может быть, ребятки. Яхта – это вообще просто космос. И мы сейчас развернулись и будем двигаться в обратном направлении. Так, у тебя грудь выскочила. Ты либо ее совсем выскочи, либо оставь так волосы с той стороны. И идем уже в сторону Анапы. Сейчас у нас будет другого стиля фотографии получаться. Я думаю, что тоже будет очень красиво. Александра потихонечку, несмотря на волны, проходит дальше. О, молодец, все у нее получилось. Сейчас пойдем дальше дофотографировать. Ай, солнышко все ближе к закату. Мы ждем вот этих самых прекрасных фото именно, которые нам принесут, я думаю, еще больше радости. О, девушка под парус. Подожди. Ты больше не меня снимай. Ты ее снимай. В сторону взгляд туда. По парусу смотри. Прям по парусу. Отвернулась. Раз, два. Очень апельсиново получается. Плюс закат тебя рисует. Прям классно. Прям прогнись еще. Глазки на меня. Раз, два. Ё-моё. Я сейчас влюблюсь. Ты что делаешь? Вот эта девчуля кайфует на яхте. Вау! Еще и закат, ребята. Вот это реклама в фотосессии. Чуть ниже попу просади, чуть. Ручки попробуй вверх. Удобно ли тебе девица? Вау! Слушай, ну мне, по крайней мере, прям вид нравится. Я даже не знаю, на что лучше смотреть. На море или на тебя. В общем, лежишь и смотришь. Какова красота. А сейчас очень большая скорость. Мы под парусом разогнались. При этом еще умудряемся фотографировать. Очень круто.
Ребятки, на закате в Анапе. Чем заниматься? Ходить на яхте. Кайф. Разворачиваемся, ребята, на еще один крайний галс. Вид на закат. Солнышко уже почти до горизонта зашло. Сделаем еще фоточки сейчас. Выпьем шампанского. Вечер удался 100%. С почином начала сезона 2024 года. Первое шампанское нам открывает сам капитан. Уф. И это все на закате. Ой, какой аромат от него пошел. Ну что, дай бог, как говорится, 7 футов под килем. Да. Что там еще говорят? И что все было красиво в этом году. Приезжайте к нам обязательно в Анапу, отдыхайте, ходите в море под парусом и наслаждайтесь только его звуками и красивыми видами заката. Берите с собой таких вот красавиц, делайте им приятно, и они будут вам 100% благодарны, да? Да. Да. Прекрасно, далеко. Самые прелестные кадры, которые только могут быть. Девушка с шампанским на закате. Фантастика. Представляешь, с каким видом, да? Очень круто. Ой, ребята, дай бог вам всем пережить такие моменты, получить такие эмоции, как и сейчас мы с Александрой наслаждаемся в открытом море в городе-курорте Анапа. Да? Да. Мяу. Спинку прогни. Самое главное спросить у тебя, ты довольна? Я очень довольна. Мы старались. Шикарный вечер, эмоции. Бронируйте яхту, ходите на яхту. На яхту. У тебя второй раз, кстати. Делайте своим девочкам подарки такие. Да. Второй раз в жизни. Ну, а первый раз ты на закате была или нет? Нет, ну, к сожалению. Как, вот, закат, вот такая закат романтика. Шикарный. Еще. Тепло. Максим, тебе как? До конца у меня. У меня релакс. Я первый раз. Обалденно. Ну вот, ребята, первые эмоции, они самые важные, самые главные. Другого быть не может. Отдышим. Номер телефона в названии для брони. Более подробную информацию все по телефончику узнаете. Я только сторис выложил, уже ребята говорят, ой, я тоже так хочу с девушкой выйти. Желаю, чтобы у всех получилось. От души. Красота. Вот так, да? Пока он не заполучит по центру. У нас немножко ветер стих, и мы заводим яхту. И дальше уже идем на моторе. А под парусом, ребят, это вот чисто морская стихия, чисто морская красота. Это фантастически было. Все, мы пошли. Паруса собраны. Это немножко грустно возвращаться обратно. На мотор идем. Все-таки замечтались, да, такие довольные. И мы потихонечку возвращаемся в бухту Анапа. Анапа под лучами закатного солнца. Мне нравится больше всего. Это очень красиво смотреть на этот город, особенно с моря. С морем выглядит совершенно по-другому. Если вот приезжаете в Анапу и не видели наш любимый город с Ладной глади, то, кстати, вы здесь и не были. Это правда. Вот насколько интересно заходить, все так стали глядят. Вот они все. Суда, которые здесь стоят. Красота. Видишь, как сама идет на карту, да? Да, сама идет. Вот так как бы машина бы ездила, да, Юр? Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ну, все. И нам пора уже, ребята, швартуются, выходить на берег. Ну, а вам, ребята, счастливого лета, да, и хороших покатушек от души. Thank you.
Анапа.